И снова всем привет, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики и также гости моего канала. На балансе у меня 3000 рублей. И я хочу очень сходить вот во фрукт-коктейль. Меня просто заинтриговали. Заинтриговали мои подписчики, комментарии. Кто-то ловил лимоны, кто-то даже мне написали, ловили X200. Я не знаю, ребят, вот кто это сделал, скажите мне, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста, как вы это сделали? Танцы с бубном перед игрой? Не знаю, может быть, умылись кровью невинных младенцев, либо, я не знаю, принесли в жертву соседку снизу. Я прям вот, ну, подскажите мне, пожалуйста. Меня вот очень гложет зависть, и попробую я играть по 50, может быть, по маленькой ставочке мне повезет. Нет, и по маленькой ставочке мне тоже не везет. По мелким просто вот постепенно повышать. X20, киви, все, больше у меня не было. Правда, я нехило подняла с этих X20 как-то раз. Вот было это очень-очень давно, где-то месяца 4 назад, 5, не знаю, 4, да. И, ну, у меня там и ставочка была хорошая, но так, в принципе, неинтересно. Мне вот хочется, вот просто идея фикс у меня поймать лимон, либо 3 апельсина, либо, я не знаю. Короче, хочу денег, и именно во фрут-коктейль. Так, это что у меня? X6 300 рублей я подняла. Попробую удвоиться. Сейчас удвоить ставочку по соточке. Вот киви не могло. 3 киви, и а сверху ни одной. Сейчас одна, а 3 лимона. Вот, блядь, несправедливость. Капец вообще, я не знаю, ребят, вот прям как вы это делаете. У меня все вишни, яблоки, ну, лепесинчики бывают, да. Ну, ничего, абсолютно. И вишенки, X2. Ну, это, в принципе, так обыденно, так. Твою ставочку иду по 200. Пробую залететь по 200 и X2 ловлю. Ну, блин, неплохо, но маловато. X4, вишенки. Ну, давай лимончик. Ой, лимончик, говорю, апельсинчик. Один хер ничего не дал. И 2500, у меня 2600, а что у меня выпало? 2600 или что, или у меня за лупоглазие уже не вижу. Есть X5, косарик, 3 косаря, вернулась я к своему первоначальному балансу. И больше ни хрена мне ничего не хочет дать. Ну, так я вижу по 200. Играю по 200. Тогда, раз уж на нем словила яблочко. О, я поймала банан. Я поймала шкурку от банана. Круто. Это было круто. Это было замечательно. 1600 у меня уже. Блин, это жесть, товарищи. И неужели я ничего больше не поймаю? Может, понизить ставочку? Понижу ставочку, по соточке пойду.
Ух ты ж, фрут-коктейль, ты ж какой пиздопротивный там. X4, блин, 1200. Отлично. Давай хоть шкурку от бананов дал, спасибо. И снова 900 рублей, ну 9 раз, не 9 раз. О, еще 400 рублей, снова 1200. Ну, яблочко. Нет, не хочет. X4. Блин. Печалька. Ну, яблоко. X5. 1900. Второй раз яблочки мне прилетели. Не, шкурку даже, шкурки даже мне не отсыпал. Даже шкурочки не дал. Лимончик, блин, пролетел лимон. Там пролетел лимон или даже два. Короче, он кому-то улетел из вас, ребят, кто из вас их ловит. Так что держите. Ай, кушайте, не подавитесь. Ну, бесит уже. 5900 рублей. X2. И яблоко пролетело. И снова 900. И киви давай. Хрен там. Два киви пролетело. Черт. Кому-то опять улетел. Лимон, лимон, лимон. Три лимона. Вы видели? Три лимона. И все мимо. Киви, киви. Ой, пятихатка. Пятихатка осталась. Блин. Кобздец, короче. Жесть. Ну, тупани еще, тупани мне. Что, все, наигралось? Блять, что это такое? Ну что, 200 рублей два раза. Так, уменьшу и на два раза по полтинничку. Может, все-таки мне повезет. Отлично. Да, спасибо. Спасибо еще за два хода. Я очень-очень рада, что это было. Это было прямо последний раз. Ну, как-то так, короче. Фрут-коктейль, блядь. Обожаю. Обожаю я тебя. Ну что, ребят, всем пока. Удачи в играх. Увидимся.